Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я сделаю распаковку и краткий видеообзор динамо метрического ключа фирмы Intertool. Я его купил для замены прокладки головки двигателя автомобиля Славута, но и пригодится для других целей. Динамо метрический ключ сделан в Тайване, судя по надписи, фирма Intertool. Ключ укомплектован, судя по надписи, удлинителем 125 мм 1/2 и переходником 1/2 на 3/8. Цена его порядка 600 гривен. Не очень дешево, но для хорошего инструмента пойдет. Марка этого ключа XT9007 и надпись «Ключ динамометричный». На украинской мове фирма Intertool, сделана в Тайване. Начнем распаковку. И посмотрим, что же внутри. В комплекте идет инструкция на русском языке. Таблица преображений, фунты, килограммы на метр, ньютон на метр. Все основные таблицы для того, чтобы регулировать затяжку болтовых гаек. Ну теперь можно доставать ключ и смотреть его комплектацию. В комплектации идет сам ключ в полиэтилене, удлинитель хром ванадиум и переходник подголовки с большого на маленький размер. Покрытие хромированное, без царапин и коррозии. Теперь достаем сам ключ. Он также выполнен из хорошего материала, довольно увесистый, значит надежный. Здесь с одной стороны градуировка ньютон на метр, а с другой стороны метр на килограмм. Ручка ребристая, довольно удобно ложится в руке и можно будет ей затягивать. Я думаю, все удобно. Вот такой будет порядок затяжки. Первый этап 4,5, 5,5 кг сил на метр. Второй этап 9,5, 10,5 кг сил на метр. Будем затягивать в соответствии с этими размерами. На ручке ключа есть две метки. Килограмм на метр и ньютон на метр. Нам нужно на первом этапе затяжки выставить 4,5, 5,5 кг сил на метр. Для этого слегка ослабляем в торце фиксатор и начинаем крутить. Здесь есть отметка 4,3. Вот она по прямой линии. Необходимо сначала до нее докрутить. Нам необходимо выставить 5 кг сил на метр. Дальше. Вот это вот, если будет 0. Это 5,7 уже. Немножечко назад мотаем. Это уже 4,3. 0 должен быть строго напротив вертикальной линии. Теперь каждая ячейка является одной единицей. Поэтому необходимо добавить 4,3, еще 7 единиц, чтобы было 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это уже будет ровно 5 кг сил на метр. До щелчка. Дальше не идет. Теперь выставляем значение 10,5. Может чуть меньше. Ослабляем гайку фиксации и начинаем находить здесь цифру ближайшую 10. Докручиваем до десятки. Чем дальше крутишь, тем туже становится крутить. Вот 0 стал напротив десятки. Теперь можно добавить еще 5 единиц. 1, 2, 3, 4, 5. И вот необходимо 10,5 выставлены. В ньютонах это будет с другой стороны показание. Это примерно где-то 9,9.
Вы были на канале Дело Мастера Багица. Смотри видео о том, как использовать динамометрический ключ фирмы Intertool и как же он работает. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!